23 января в Смоленске в спортивном комплексе «Урожай» прошел традиционный областной турнир по самбо среди юношей. Мероприятие посвящено памяти Василия Ефимовича Рублевского, основателя борьбы самбо на Смоленщине. Для нас это большой праздник, потому что не было бы этого человека, наверное, борьба самбо развивалась по-другому, или не было бы вообще. Поэтому для нас проводить этот турнир – большая честь. В этом году в турнире, который проходил в седьмой раз, приняли участие более 100 юных самбистов из Смоленска и области. Честь Десногорска защищали воспитанники спортивной школы Артем Копылов и Артем Дмитриев. Они успешно доминировали уже в первых поединках. Такой настрой был особенно важен, ведь из-за коронавируса тренировочный процесс спортсменов пришлось скорректировать. Из-за пандемии у нас было немного занятий, они длились не очень долго, но я все равно готов победить, побеждать сегодня. Под руководством своего наставника, тренера Виталия Платонова, финалом выступления ребят из Десногорска стала нелегкая, но заслуженная победа. Артем Копылов и Артем Дмитриев завоевали первые места в своих весовых категориях.